Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, а также Екатикоролева Великая. Ой, Тимошечки, какая прелесть! Ты меня так мило еще никогда не называл. Это самое лучшее твое обзывательство в мою сторону. И сегодня мы находимся там, где люди никогда в жизни не пользовались телефоном, интернетом, телевизором, пылесосом, зубной щеткой и всем остальным, потому что они не знают даже, что такое новейшие технологии. Мы находимся там, где люди никогда не платят за проезд, потому что у них всегда при себе личное транспортное средство – конь. И мы находимся там, где за любое оскорбление человека, даже если ты его нубом назовешь, тебя могут казнить и просто бошку отрубить. Поэтому не надо никого здесь оскорблять. Да если бы мы с тобой здесь жили, то тебе бы каждый день бошку отрубали, потому что ты меня каждый день нубосисей называешь. Мы находимся в Суздале. Здесь люди никогда вообще не видели ни трамваев, ни метро, ни троллейбусов. У них здесь личные кони, повозки и тележки. А еще я со своими родственниками не могу созвониться уже целую вечность, потому что у них просто нет мобильных телефонов. Ну это как вообще? Подожди, я чуть вообще сейчас ничего не понимаю. То есть в Суздале в 2020 году люди до сих пор не знают, что существуют мобильные телефоны и интернет. Это такое ощущение, как будто мы в прошлом веке, в средневековье живем. Это как вообще? А Суздале-то и есть вообще-то средневековье, да-да. Подожди! А те подписчики, которые сейчас живут в Суздале... Как ты мой ролик-то смотришь, если у них интернета-то даже нет? А, ну вот это вот уже загадка человечества, это надо у суздальцев спросить. Ну если ты суздалянин, суздальчанин, ты в комменты-то напиши, как ты мой ролик смотришь, если у тебя интернета нет. Это уже какие-то всевышние технологии, судя по рассказам Кати. Непонятно. Так, отойди с дороги. Отойди. Вот так. Слушай, а у меня вопрос. А что ты делаешь-то, а? Ты почему пузом землю чешешь? Я сегодня бога Майнкрафта не буду искать. Я от него, наоборот, спрячусь, а то мало ли что он нам в этой серии преподнесет опять, а? Мне страшно уже. Да он не преподнесет. Он уже преподнес. Ты сорокостанцию-то разверни и посмотри назад, что у нас там находится. Какие-то башни, какой-то флаг и какая-то забор огроменнейший какой-то. Ну я тебе так скажу, это обычная деревня, которую нам предоставляет бог Майнкрафта многоуважаемый. Поэтому я не хочу туда идти, давай в цветах лучше спрячемся и посидим тут. Ну кстати, да, не успели мы зайти в Майнкрафт, как уже нашли вот эту деревню. И бог Майнкрафта спустился и опять нам сказал то, что Екатикоролева какая-то... Это высокая, высочайшая, вторая, я не помню. Великая, между прочим. Да. Чё он, кстати, имел в виду? И что это за странная такая-то деревня? Как будто замок какой-то. Ну слушай, если забор большой, значит там точно безопасно. И мы будем с тобой в хороших, нормальных условиях. Слушай, кстати, да, так может наоборот, это наша попытка спрятаться от бога Майнкрафта. То есть мы сейчас придем в эту деревню, и бог Майнкрафта нас никогда не найдет, потому что здесь высокие, огромные вот эти стены. Так, пошли скажем это охранникам. Так, давай. Здравствуйте! Добрый день! Ваша цель визита... А, ну короче, у нас есть бог Майнкрафта, мы от него, короче, немножко хотим спрятаться. Но мы вот оттуда бежали, вот там, где цветы. Вот, у нас каждую серию постоянно прессует и прессует, и прессует, и прессует. Если вкратце, мы от бога Майнкрафта, это он нас послал сюда. Так вы священники или проповедники? Мы и священники, и проповедники. Мы от бога Майнкрафта, да, мы пришли вот это, мы пришли землю вашу осветить. Мы как бы священники Майнкрафта, бог Майнкрафта нас послал, мы всех светим, освещаем. Можно мы пройдем или все же нет, алло? А, ну прогоняем, ага, все, Катя, давай, пошли. Отличненько. Я тебе говорю, эта деревня точно станет наша. Ты посмотри, мало того, что она какая огроменная, она защищена, сколько тут жителей. Так, иди сюда за мной. Ты посмотри, какие огороды тут широкие, офигеть. Так, сразу давай запенюхивайся в этот дом и смотри, что там в сундуке. Я пойду в другой дом и посмотрю, что там. Слушай, какая-то богатая деревня вроде как. Так. Ну, слушай, в сундуке тут, конечно, не сильно богато, но хлеб тоже хорошо. 11 кусков хлеба. У меня один хлеб и 11 пшеницы, наоборот. Так, давай я еще в другой дом зайду, и в этом доме у меня доски. Так, а ты где? Я тебя потеряла опять. 11 досок в доме, Кать. Ну, в
в хозяйстве пригодится, так, я не знаю. Давай за мной. Я направо, ты налево. Странные двери какие-то. Так, проверь. Опа, тут даже тут целых два сундука. Обосраться. Да. 20. Хлеб и пшеница! А у меня семена! У меня семён только что был! У меня 13 семён было! Ну и зачем нам это все? Это же просто бесполезно. Это можно самим вырастить в любую секунду. Так, ладно, без разницы. Мы пришли в эту деревню не за хавчиком. Слушай, подойди-ка ты сюда, пожалуйста. Да я уже вижу сама. Это кто там сидит? Ну, наверное, главные какие-то в этой деревне. Слушай, может быть. Так, давай тогда за мной, кстати. Вот кузница. Давай зайдем в кузницу. Главное, не попадайся им на глаза. Не надо. Так, все, давай, заходи. Давай, быстро. О, два сундука. Три, четыре. О, сколько здесь сундуков. Оперный театр. Слушай, мне кажется, это не кузница у них обычная, это какая-то сокровищница у них. Так, ты был прав. Че? Тут сокровище. 4 золота. Еще 4 золота. Еще 3 золота. Катя, короче, забирай все, что увидишь. Алмазик! Алмаз? Да, забрать на алмаз. Тут вообще 3 золотых блока. Забираю эти блоки себе. Давай, пока нас не заметили. Все, давай, ты все забрала, все, что здесь было? Я только алмаз забрала, все, давай. Все, молодец, так, пошли. Сейчас мы попадем. Да светись, земля наша, проповедники. Вот это вы что здесь гуляете, на работу идите? Так мы на работе уже. Мы проповедники, мы все освещаем. Вот осветили вашу вот эту казну, осветили ваши сокровища. Вот. Да, все, пока. Ёханый бабай, пристал-то к нам вот этот охранник. Так, давай вот сюда за мной. Кать, конюшня. О. Иди сюда. Так, а может быть себе по коняшечке заберем, а? Ну вот я чё давно и думал, я давно мечтал о коне. Вот я тогда вот этого белого редкого забираю, вот и какого-то другого. Ну конечно, конечно, зачем меня спрашивать, какого коня я хочу? Может быть я хочу белого коня? Ну я первый сказал, знаешь, что он мой, а то, что ты хочешь, как бы это твои желания. Это мой конь белый, хорошо? Это моя лошадь, я первый ее увидел и первый сказал, что она моя. Нет, я всегда мечтала о белой лошади, она будет моей. Вот скажи, зачем тебе белая лошадь? А тебе зачем белая лошадь? Потому что она моя лошадь. А вот это потому что она моя лошадь. А потому что у меня есть яблочки, я вот эту лошадь могу яблочками вот покормить. И лошади любят яблочки, вот, все, кушайте. И все, давай, пошли, когда мы сюда вернемся. Да как ты посмел? Ой. Ну давай, мы освещаем это лошадь. Лошадей освещаем, лошадей. Бездельники, вы почему ничем не занимаетесь? Как-то ничем не занимаемся, уважаемый охранник. Мы осветили уважаемых вот этих лошадей, яблочками покормили их. Ты чё к нам пристал, я не могу понять. Мы работаем среди белого дня. Чё тебе все не нравится-то, а? Если вы не будете работать, то вас казнят. Да-да, мы так и поверили. Ты чё, дурак, ты в тюрьму тебе тогда посадят? 2020 год, молодой человек говорит то, что нас казнят. Ага, пошли давай. У нас вообще-то это казнь отменена. Давным-давно уже казнят нас, ага. Слушай, ну что-то в этой деревне нифига нормального нет. Нет, она крутая, я с этим согласен, но она какая-то бедная. Тут вообще сундука никакого нет. Тут нечего... Да господи, да вы отстанете от нас, все, мы уже уходим с этой деревни. Мы все оборвали, ну, в смысле забрали, в смысле осветили все, что здесь было. Пройдемте. Да, пройдемте, молодой человек, за нами. Наш король хочет вас видеть. Король говорит... Король! Это тот, который там сидел на вот этом троне, так это король был? Я думал, у вас президент, все, давай. Слушай, мне даже интересно с ним познакомиться. Король нафиг. Где мы находимся, в Суздале или Сызране? Суздале, мы находимся. Я даже предположить не мог, то, что в 2020-м в Суздале король есть. Ну ладно, пошли. Ну сейчас познакомимся с королем, там может что, какая-нибудь принцесска рядом сидит, что кого. Кстати, тут не принцесса, тут еще и королева, смотри, здравствуйте! Здравствуйте, да, здрасте. А нас бог Майнкрафта сюда вроде как отправил. Мы тут ничего, ну, посмотрели, нам не понравилось. Мы священники проповедники. Проповедники. Вы находитесь на священной земле. Либо работаете, либо мы вам бошки отрубим. Это сейчас какая-то шутка? В смысле бошки отрубим? Какие бошки? Реально, вы реально сказнить хотите? Охрана, позовите палача! Охрана, не зовите, пожалуйста, никакого палача! Ну смотри, бежит палач. Как симпатичный. Кому еще бошки отрубить?
Еще? То есть вы это... Мы не первые, да, получается? Да, слушай, они, походу, вообще нифига не шутят. Если они говорят, что нам надо работать, там тогда надо реально работать. Слушай, давай тогда будем следовать плану бога Майнкрафта. Если он нас сюда прислал, значит, мы должны выполнять то, что он говорит. Значит, работать, да, значит? Ну тогда... пошли, Кать, пошли. Мы тогда пойдем картошку посадим, вот эту поляну вам вскопаем. Вот это вот, да, Катя? Да, только мотыгу можно, пожалуйста? Вот у вас есть в казне мотыга? Так, можно... там картошка, опа, вот, две мотыги. Так, забирай одну мотыгу, вот, на, держи вторую мне. Вот картошечка здесь у нас, все, давай ты тогда копай, я буду садить картофаночку, давай. Все, давай мы с Катюшкой вот это вот, не дровосеки, а как это называется, землепахи, землепахи. Катюшка пахает, я вот это сажаю, вот настоящие фермеры, да, Катя, мы с тобой? Да, еще, походу, не фермеры, а какие-то холопы. Слушай, Кать, я что-то вообще ничего не понимаю. Еще реально, 2020 год, они нас заставляют на короля пахать и сажать картошку. Они там совсем чокнулись или что? Ладно, сейчас посадим картошку и свалим отсюда по-быстренькому. Поэтому все нормально, не очкуй. Все, давай, скапывай, у меня больше картошки уже нет. Давай, скапывай вот это. Ага, все, тогда давай пошли отчитаемся перед королем. Все, поклоняемся. Ваше величество, да. Ваша светлость, мы все сделали. Мы все посадили, мы все вскопали, все готово, держите яблочко. А теперь подоите коров и соберите яйца. А может быть вам еще ноги поцеловать? И тут, я не знаю, травку у вас убрать возле трона? Не, давай ноги ей целовать не будем, мы вонючие. Так, все хорошо, тогда давай я собираю яйца, ты доишь коров. Давай, дай коров. Да почему ты прогибаешься-то под это? Не буду я никакие яйца собирать и коров доить. Охрана! Палач! Я пошутила, я иду собирать яйца. Ой, вы мои любимые курицы, мои любимые яйца. Тот оно было. Я тебе изначально сказал, Катя, если мы находимся в их городе, значит, здесь их правила. Понимаешь? Так, все, я все подоила, я яйца собрал. Какой я хороший фермер. Так, смотрите, держите, тебе молочко вот это, а тебе держи... Вот это, держи яички. Все собрал, все посадил, все. Мы можем быть свободны наконец-то или нет? Молодцы! Вы справились с заданием. А теперь... Палач! Какой палач? Это шутка, что ли? В смысле казнить их? Ты чё, дура? Чё, я не могу понять. В смысле какой палач? Ты королеву дурой назвал. Не, это не то, что вы подумали, в смысле, не она дура, а ее поступки... Прощайся с жизнью. Палач, а чё она выкобыливается, мы яйца притащили... Заткнись уже, все, просто ничего не говори, сейчас лишнего сболтнешь. Идите за мной, пошли. Пошли, главное сейчас соблюдать спокойствие. Все, я просто совершил небольшую ошибку. Я просто королеву назвал случайно дурой. Ну а чё, если она реально дура? Всякой фигней вот эта страна. Так, ты всё... помнишь то, что в начале бог Майнкрафта сказал, что здесь даже за обзывательство казнить могут? Так вот ты куда нас привел, да? Казни. Это все из-за тебя, блин. Ну чё, если королева реально дура? А чё из-за меня, если она дура, а не я? Иди уже. Слушай, вы сейчас, вот скажите, вы сейчас серьезно за то, что я ее дурой назвал? Да вы на нее посмотрите. Вот посмотрите на нее. Ну раз уж нечего терять, я скажу, что у тебя нос вообще картошкой. Вот именно, дур, вот это... Напоследок ничего не хотите сказать. Надо посвящаться, иди сюда. А что мы хотим сказать ему напоследок? Мы уже сказали все, что только можно. Слушай, а можно не сказать, а наше последнее желание перед смертью? Можно, пожалуйста? Какое у тебя еще желание перед смертью? В смысле, какое у меня желание перед смертью? У меня желание перед смертью это ты. Ну, можно мы с ней немножко вместе побудем перед смертью? Вот буквально, 5-10 минут и потом казните нас хоть 3 раза подряд. Вот просто, киньте нас в темницу на 10 минут, чтобы мы там с ней мы там посидим и с тобой посовещаемся. Это так романтично, я не ожидала от тебя такого поступка. Запереть их в башне, а потом казнить. Ой, спасибо большое вам, королева. Так, все, веди нас в башню, палач. Так, пошли, Катя, пошли. Ты такой прям вообще джентльмен, такой вообще хороший. Да, Катечка, все же как бы мы в Суздале, Суздале, так. Давай за ним мы вот это потопаем. У нас здесь нам быть? А,
Давай, Катя, за мной забирайся туда. Опа, наверх, все. Он закрыл нас, да, там? А этот... Свинья зачем? А свинья, походу, тоже в этом наказана. Да не бей этот! Японский горнолыжник! Ну она и так наказана была! Она была в этом лавбашне была! Ее уже тут заточили! Зачем ты ее кокнула сейчас? Зато покушать можно. Хочешь? Смотри, держи стейк. Ты у меня такой романтичный. Спасибо тебе за эти 10 минут, что ты выиграл для нас, чтобы мы с тобой побыли вместе, наедине, в последний раз. Ты самый прекрасный и чудесный парень во вселенной. Слушай, а походу в этой деревне не только королева дура, но еще и ты. Я специально попросил, чтобы мы с тобой побыли наедине не для того, чтобы мы за 10 минут жизнью попрощались, а чтобы мы план придумали, как отсюда выбраться. Ты вообще кукухой не соображаешь. Я забираю все свои слова обратно и все, отвали. Нет, то, что я романтичный, тебе, конечно, спасибо за это, но смотри, мы просто сейчас берем и ломаем вот этот вот забор и выбираемся вот отсюда. И все, закрыли нас они в башне, получается. И? Я говорю, мы ломаем этот забор и выбирай... Так. Ну, что-то силёнок нет у тебя. Сломай ты тогда, или сломай какой-то другой блок. Че, не ломается, что ли? Мы же когда нас полицейские несколько серий назад, в серии Майнкрафт, но мы полицейские, кстати, если тебе интересно, вот пердани вот сюда, тут у нас есть подсказка вот эта. Мы же тогда в тюрьме просто сломали блок и выбрались. Я тебе зуб даю, у меня блоки просто вот, они у меня не ломаются. У меня тоже не ломаются. И что делать теперь? И зачем ты нас здесь нафиг запер? Это все для тебя, моя прекрасная, чудесная любовь всей моей прекрасной майнкрафтовской жизни. Это чтобы мы с тобой побыли вместе 10 минут. Слушай, ты сейчас, по-моему, не 10 минут побудешь со мной, а минуту последнюю. Прощайся с жизнью, ага, хорошо? Мы что-то сейчас придумаем, не очкуй, мать, дай мне еще пару минут на размышление. Ну все, Катя, наше время, походу, вышло. Ну что ж, ведите нас. Давай, палач, иди давай, Катя, дамы вперед, как говорится. Если казнить, то тебя первую, я после тебя... Какой ты джентльмен, я не могу. Я знаю. Давай быстрее там. Да я иду. Все, давай, иди за ним. Давай, веди нас, палач, что такой медленный? Чё это вы так медленно идёте-то? Вроде как бы хотели нас казнить очень быстро. Он растягивает, походу, удовольствие. Ну давай, слушай, а может тогда я на виселице, а ты на вот этой вот шняге вот с этим слезвием, а? А почему я не понимаю, ты меня так не любишь-то, а? Тихо, главное не спалитесь. Так ты нас будешь сжигать или повесишь нас, ты уже определись? В смысле не спалитесь? Чё? Я помогаю вам, вы помогаете мне. А сейчас вот поподробнее, господин палач. А с чем мы вам помогаем и с чем вы нам помогаете? Мне надоело убивать людей, какой палач? Я вообще художником хотел быть. А, вон оно в чем дело. Так вы нас хотите... Спасти? Тогда я тебе предлагаю, чтобы мы втроем ушли из этого города, мы тебя не спалим, королевы и королю вот этого, только ты нас вытащи как-то отсюда, а то тут полно охранников. Так, пошли за ним. Пошли, он нас куда-то ведет, давай. Слушай, как нам подфартило, а? Палач, оказывается, художником хотел быть, давай. А вы меня нарисуете потом? Слушай, давай хотя бы он нас вытащит из этого города, я потом тебя сам нарисую, давай. Ой, не надо мне вот твоих рисунков, я хочу, чтобы меня палач нарисовал. А, так он нас в конюшню ведет. Моя белая, палач, подожди, вот рассуди нас, палач, я все же лошадь белая. Вот, все, моя белая, все. Да чтоб тебя эта лошадь вообще куда-нибудь уронила в лужу. Офи, обалдеть, обосрать. Ну все, Кать, ну ты все. А я пешком пойду, я лошадей с детства боюсь. Ну ты палач-художник странный, конечно. Ну ладно, погнали. Пошли, детская травма какая-то, походу. Так, главное сейчас не спалиться. Все, палач, веди нас, типа ты нас ведешь на казнь за город. Ведешь нас закапывать куда-то в могилу. Все, давай. Давай, вместе с лошадьми, давай. Ой, Катя, как нам с тобой не повезло. Слушай, сейчас нас палач закопает куда-то живьем, да, палач? Ой, палач, ты, конечно, вообще безжалостен к нам. Давай, Катя, не отстаем. Я на своей белой лошади, Катя, на коричневой. Как хорошо, что у меня белая все же лошадь, да, Катя? Так, все, вроде выбрались из города, а теперь валим. Все, мы идем, нас пойдут закапывать. Ёх, они нас, походу, спалили, он меня стреляет, Кать, давай.
А я подожди, я боюсь! У меня... Нет! Меня сейчас убьют! Побежали! Все, садись на мою лошадь, я буду джентльменом, я пешком побегу, давай! О, я же говорю, белая лошадь моя, говорю, она не хочет, чтобы я на нее садилась! А, ну все же, видишь, я говорю, она ко мне уже привыкла, она не твоя! Все, давай тогда пешком сматываем! Они не отстают, бегите быстрее в лес, скорее! Давай! Палач! Вот он здесь, палач. Палач, ты чё такое начудил? То, что тебя эти охранники отпускать-то не хотят. Катя говорит то, что они за нами в лес сюда побежали. Так, слушайте. Ребята, прячьтесь быстрее, за деревья прячьтесь. Давайте, если они придут, тогда вы выбегайте, сразу же их кокаем. Все вместе, давайте быстро. Так, смотрите вокруг себя. Так, вот они! Палач, давай! За палача художника! Стреляю в упор! Пошел отсюда, собака! Еще раз ты вот таких палачей добрых будешь у себя держать, я вас всех перебросю вообще. Вот, и тебе тоже, да, по башке. Все, вот так с каждым будет. Поняли, да? Ну вы бы хотя бы мне одного оставили, я даже одного кокнуть не успел. А что, мы всех кокнули, что ли? Вы всех, вы троих только что кокнули за 5 секунд. Все, палач, мы тебе помогли. Ты теперь художник, снимай свою вот эту повязку черную. Палач, мы тебя жизнь спасли. Ты нам жизнь спас! Мне кажется, мы с тобой в расчете, да? Я считаю, что нужно сделать вот так, палач. Это тебе. Это тебе на новую жизнь. Купи себе там кисточки, вот это мольберт, иди рисуй, сколько влезет. Все, давай, палач. Было приятно с тобой познакомиться. Вот так вот в жизни бывает. Вроде смотришь, да, бошки рубит, а в душе художник. Художник. А меня вот этот палач-художник... вдохновил на то, чтобы тоже стать палачом. Поэтому отойди. И голову с плеч, курица!